мои дорогие подписчики! Сегодня мы с вами будем готовить завтрак из лаваша и яйца. На две порции нам понадобится тонкий пшеничный ролл лаваш, два яйца, два помидора, сыр, сосиски. Яйца пока отложим. Давайте порежем наши сосиски. Сосиски порезали. Так, теперь возьмем наш сыр, потрем его на мелкой терке. Готово. Теперь режем наши помидоры мелко. Готово. Займемся нашим лавашом. Порежем его на квадраты. Скорее уж на прямоугольнике. У нас будет две порции. Будем накрывать вот так. Отрежем края, чтобы поместилось в нашу сковородку. Наше масло нагрелось. Выкладываем на него лаваш. Посыпаем сыром. Берем яйцо, разбиваем. Посыпаем еще сыром. Добавляем помидор. Сосиски. Жарим с одной стороны минут 4-5. Накрываем сверху лавашом. Так, вот так делаем, переворачиваем, раз, два, три. С другой стороны минуты 3-4. Порежем зеленушки. Посмотрим, что у нас получилось. Хрустящая корочка. Посмотрите, какая красота. Ну вот, дорогие мои, мы и приготовили с вами завтрак из лаваша и яйца. Ну вот и все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем до новых встреч, пока!